Первое время они ездили вообще через дворы туда вот, на... Но до этого они по другой же улице, да, ездили? Чапаева. Да? Да. И не мешали вам, да? Как это не мешали? Ну, шум, понятно, шум. Не шум. Дети, да, тут же детей полно. Угу. Они прямо через жилые дома ездили, да? Ну, а где? Больше негде. Надо думать, где строить сначала. Давно уже хотели снести все. Если бы снесли, никого не было. Ездить не хочу. Это не ваше дело. У нас есть проезд. Вот бетонная дорога есть? Есть. Я согласен. Вот где, плиты положили. Вот знаешь, что здесь дорога? Вот плиты мы положили. А что, во всех должны? Вот здесь вот везде есть знак, что ну, проезд в во дворы? Случае, а забор кто сносил? А к школе есть проезд, знак? Нету? Ну, здесь есть знак. Ну, вот они же, ты отлично знаешь, не везде есть. Ну, и здесь его тоже нет. Зайдите к нам. В смысле, какая вибрация? Пошли ко мне в квартиру. Я вот в этом вот доме живу, у меня вся посуда трясется, все трясется. Вот хотя бы свои зайцы, у меня тоже окна туда вот ходят. Вы пытались номер оторвать. Я не номер пытался. Вы пытались номер оторвали. Номер оторвали, у нас камера. А вы кто, чтобы умирать? Вызывайте полицию! Полицию просто! Вызвали. Вызывайте полицию! Хочется, чтобы дома был свежий воздух, а мы окна закрываем, чтобы этот шум не слышать, чтобы пыль в окна не летела. Все трясется. Это воля, да ты ну, на унитазе сидишь! Вибрирует унитаз, это нормально? Дома. Чтобы детей наших выбросили и дом строите! Вот маленький ребенок на школьный двор пойти поиграть. Некуда играть здесь. Сколько новостроек построено. Детей сколько. Вот убежали на школьный двор и поиграли в мяч, как говорится, по пенал. Вот ребенок, вот когда КамАЗ, проходил да, репатцов, ребенок проходил, он и гнал. Да, когда он увидел, что люди, он приостановился. Это нормально? Ребенок маленький, конечно. Дети вот ходят. Вот посмотрите, какой приятный. У меня здесь дети в школу ходят. Вот оттуда ходят, оттуда ходят, домой ходят в школу. А где еще ходить? А люди боятся. Через школьный раньше. Дети с этой школы. Она тоже, ей тоже это не понравилось. Потому что дети там занимаются. Вот этот шум стоит. Ну люди боятся. Боятся заведующий детского сада выйти сказать. Говорит директор школы, они боятся за свое рабочее место. Пытались куда-то обращаться? Ну, вот первый раз вот постучали. Ну, я, ну, репортер вот Александр, как говорится, ну, тоже спасибо да, большое. Он очень помог нам. После чего вот выложили дороги, Соловьев был, когда, на той неделе, в понедельник, или на этой неделе, ну, был Соловьев, в общем, но мы с ним не встречались, не виделись. Соловьем. После чего здесь вот сделали бетонки, наложили и щебеночку, как говорится, насыпали. Ну это чтобы пыли не было у нас в квартире. Да? А вот вы мне скажите, ну вот дети, когда в ДШИ идут, они где проходят? А вот калиточку, да? Вот в калиточку. Дети проходят там. Ну они на переменах или где-то не убегают? То есть нет, дети нет. Тут просто, ожидают родителей. Угу. А вот смотрите, они до скольки вообще грузовая техника ездит? До вечера. А вот когда, например, с садика забирают и с ДШИ забирают родители, детей, конечно, здесь вот что получается? Вообще она может? Она проезжает все равно? Ездит, конечно. Здесь нету даже обеденного перерыва у них, потому что детский сад. Детишки сейчас до трех не сейчас. А, они спать не могут, в принципе, конечно, да? В принципе, скорее всего, конечно, если мы ощущаем от инвалидности. Так еще вокруг вот дома, да, вот там дома. Там тоже, видимо, жильцы, как говорится, ну мы просто с ними не виделись, не состыковались, но я так думаю, по моему мнению, ну, многие возмущаются, многие. Потому что, понимаете, сейчас это, скорее всего, уже невозможно, ввиду того, что стройка там началась, да, и... В принципе, тоже самого застройщика можно понять, он уже можно понять, инвестировал да, средства. Конечно. Может быть, на какой-то все-таки компромисс вы готовы пойти по этой дороге или по каким-то другим иным путям подъезда? Вот ваши, может, какие-то есть предложения? Ну, объясните опять, вот смотрите, либо через нас, либо там же тоже так же, опять же, будут жители возмущаться. Угу. То же самое будет, что здесь у нас сейчас. А там тоже, да, двухэтажные там стоят, да? Нет, там, нет, там есть обычный нормальный элитный дом. Нет, а с той стороны тоже. С той стороны тоже. С той стороны тоже можно, да, как говорится, это заезд, как говорится, тоже. Вот, ну там тоже так же специально заезжать. Ну это тоже не тот вариант, понимаете? То же самое будет. То же самое.
Ну, допустим, если бы, например, застройщик вам предложил какую-то там шумоизоляцию, экраны поставить или еще что-то, это как бы спасло ситуацию? Ну, вот, честно, я даже не знаю. Просто мы вот сейчас на данный момент находимся в квартире закрытой ногой. Да. Ну, понятно, это пыль. Вот сейчас уже... такую, на данный момент в такую погоду, конечно, желательно, чтобы окошечки были прям свежие будут. Но мы закрываем. Потому что это гарь от машин. Ну, вы как житель считаете, вот эта дорога, которую они проложили, она законная или является ли она проезжей? Мы документы в глаза не видели. Угу. Мы свое добровольное согласие не давали, как бы, и поэтому я так думаю, что просто самоуправство. Человек увидел, захотел удобный вариант для него, как говорится. Не подумал, что люди, дети, пожилые люди, как бы не спросили нас, не собрали, не спросили, как, вот, как мы на это смотрим, да? Ну, чтобы компромисс какой-то найти, да, хотя бы? Да. А раньше, я так понимаю, вот судя по забору, эта территория принадлежала школе искусств, да? Да. Вот. Тем более забор, забор бетонированный, как говорится, ну, на школе. Не просто вот какой-то деревянный забор или забор не находился. Просто сломали, как говорится, самовольно и сделали себе путь удобный, чтобы возить материалы и, как говорится, заниматься строительством. А у меня есть документ. Может быть, вам хотелось бы, чтобы это была дорога школы. Но это не школа. Послушайте, давай. Тут не школа. Правильно. Сейчас и здесь ходят дети, и там ходят дети. А подождите, подождите. Не все, не все сразу, давайте подождем. Есть. Да. А давайте ваши внуки будут по этой дороге ходить в школу и со школы, когда будут ездить грузовые машины. Да. Как вы на это посмотрите? Грузовые машины, когда ходят, у нас здесь стоит человек и предупреждает. Никого не было, никого не было. У нас фиксировано на видео, здесь никого не было. Вас не ведет, вас некрасиво, некорректно вы ведете. Со всеми разговаривать не могу одновременно. Поэтому давайте подождем, привезут документы, вы убедитесь, что это дорога законная. Подождите. Открываем. Вот эта дорога. Здесь прерывистая пунктирная, обозначающая пешеходную дорогу, через которую действует маршрут команды. Смотрите, вот у вас откуда стрелки идут. Откуда стрелки движения идут? А где пешеходная зона? Вот пешеходная зона. Где стрелка движения вашей команды? Вот пешеходная зона. Вот пешеходная зона, да. Да, вот. А где движение вашей дороги? Где движение вашей дороги? Здесь знак показывает, что... Вот, смотрите, что знак. У вас дорога есть, а знака нет. Да. Что это? Нет, я вас спрашиваю. Это маршрут движения утвержденный. Да? Нет. Я не могу точно сказать. Вот, смотрите, здесь я не вижу маршрута движения вашего транспорта. Значит, что, естественно, здесь не утвержден проезд. Вдоль домов? Одну минуту. Смотрите, камеру можно сюда? Борь, смотри. Вот дом 17, вот дом 13А. И вот между ними есть проезд движения согласованный. Вот он, стрелками. Вот это проезд движения. По домам, пускай. Между домом есть дорога специализированная. Вот там пешеходных переходов. Движения у вас нет, вот у вас движение. Объезжаете вы, пожалуйста, здесь. У вас все-таки получится согласовать жителями тех домов, потому что те дома не находятся в аварийном состоянии. Администрация официальное письмо на отправили о согласовании места въезда, выезда, строительной площадки. Пока еще ответа нет, результата нет. А вы можете действовать? А как вы можете ездить, если у вас нет ответа, если у вас нет согласования? У нас есть разрешение строительства. Но у вас нет согласования на проезд. У вас нет согласования на проезд. Сейчас самое об этом говорится. Понимаете, с той стороны заезд будет. Жителям тех домов. Опять же, смотрите, вы начнете разговаривать с ними. Ведь это компромисс, я понимаю. Что страдать они в любом случае будут. Что стройку не остановишь, это понятно. Это деньги, это инвестиции. И то же самое вы сталкивались и в рекреации на набережной. Но почему до того, пока не дойдет там до Панкова, до чего-то вот это вот все начинается движение, вы почему-то не можете просто с жильцами устаканить вопрос, ну поставить шумопоглощающие временные экраны. Какой-то компромисс, это не я должен решать. Но это не решит проблему. Ну согласен, но вы начните разговаривать или скажите, давайте после, как мы закончим строительство, дайте обещание, мы что-то там вам сделаем жильцам, там, я не знаю, горку, площадку, что-то подремонтируем. Ну всегда есть компромисс.
Он всегда есть. Такой момент. Почему у вас началась вот работа, проложена дорога без согласования? То есть вы сначала начали делать, а потом согласовываете. Как так получается? Я диван вибрирую. Я как вскочу, я думаю, это уже не делаю. Вот до сих пор. Вот до сих пор. Хорошо, это согласование будет. Мы в администрацию уже обратимся. Я и спрашиваю, почему вы сначала... Понимаете, но это не решит проблему. Проезд вот по этой части. Подождите. Подождите, вы уходите от ответа. Нет, я вам задал вопрос. Почему вы сначала делаете, а потом согласовываете? Почему вы не начали делать здесь дорогу после согласования? Почему вы сначала сделали дорогу, а сейчас ждете согласование? Хорошо, вот кусочек согласования внутри. Вот мы вот так будем ездить. Вы почему сначала не согласовали? Вы говорите то, что вот этот кусочек, это согласование именно выезда через вот этот переход. Но это не решит проблему. Где, кстати, на плане указано, что это дорога? У вас аэропорт как земля. Вот просто земля. Это не дорога. Покажите, где нарисовано, где указано, что это дорога. Ну просто я сейчас располагаю не полным пакетом документов. Нет, где согласованные документы, что это дорога. Что здесь разрешен проезд тяжелой техники. У вас этого нет. Вы обещаете. Так же, как вы говорили, что будет человек, которого нет. Не будет, а настоящий человек. Он не стоит человек. Вы обещаете, что будет забор. Когда? Когда? Скажите, когда? Завтра, послезавтра, через месяц. Сейчас. Ответьте, можете ответить? Ездить ваши грузовые машины. А кто может ответить? С часу до трех. Как вчера было сказано, с утра комиссия по правилам дорожного движения. Вчера ее просто не было возможности собрать в полном составе, потому что, так сказать, это не один человек, а два. Сегодня собирается комиссия по правилам дорожного движения, где будет вынесен один единственный вопрос о приостановке движения техники на строительную площадку. Все, точка. После этого будут установлены соответствующие блоки с тем, чтобы не входить в юридический, так сказать, конфликт по этому земельному участку, который был, имеет собственность у конкретной организации уже на протяжении последних 5 лет. Вот. Будут установлены блоки, и уже собственник земельного участка, в первую очередь, того, все у вас, там, где строится именно площадка или там многоквартирный дом, будет искать иное решение подъезда к этому участку, если это будет вообще продолжено. Вот а надо. Если нет? Значит, все действия, которые будут в последующем производиться, мы будем в первую очередь согласовывать с вами как жители. Движение когда будет установлено? Сразу после принятия решения. А сегодня ориентировочно в 16:30 или в 17 будет собрана эта комиссия. Как только будет принято официальное решение юридическое, будут установлены блоки. Представитель подрядчика посетит комиссию? Совершенно верно. Мы его поставим в известность. Моментально. Просто нам апеллировали, жителям апеллировали, что пока нет решения на руках, будем делать, мол, что хотим. Вот. К сожалению, в правовом поле так и есть. К сожалению. Это значит, до полпятого мы все равно слушаем вот это вот. До полпятого мы в любом случае остановим технику. Может, тогда вывозят уже оттуда. Пока время есть. То есть техника все равно будет сейчас остановлена. Правильно? Сейчас будет остановлена техника. Остановлена. А если нет? А подрядчики как об этом узнают? Подрядчика, если он даже не прибудет на комиссию, значит, мы приедем сюда уже с официальным документом и сами все доведем под роспись. Не будет на комиссии, значит, мы его найдем и под роспись ему его уведомим. Чему вы радуетесь? Остановки строительства жилья. Жилья, которое даст возможность вашим детям, да и вам, переселиться. У нас нет миллиона, качественное жилье. Подождите, можно я перебью вас красивые слова? У меня нет 1 миллиона рублей, вы строите жилье коммерческое, вы зарабатываете деньги. Давайте называть вещи своими именами. Так же, как и я. Только я не прикрываюсь благими делами. Вот этим препятствием вы мне дали по рукам и забрали мою зарплату. Мою зарплату и тех людей, которые вот стоят. А вы забрали у людей. Здоровье. Здоровье, в конце концов. Я думаю, что сейчас говорить об этом
не стоит, потому что люди... Вадим, как думаете, а я о здоровье думаю. Люди на самом деле отставили свои совершенно права. Мы пытались это все в добропорядочном порядке все, так сказать, решить. Но коль на самом деле это не получается, то будет приостановка в юридическом плане, да и все. Александр Александрович, а будете подниматься вопрос самой ситуации, как такой кусок от образовательного учреждения отрезали, тем более 2016 год, здесь же еще школа была, когда была ситуация с продажей футбольных полей, сейчас, обсуждалась. Да. А вот сейчас это мы этот вопрос отдельно поднимем. Вы знаете эту историю, в том числе и по школам, по 10-й школе, по 6-й школе земельные участки мы вернули, муниципалитет вернули школу. По 10-й школе, к сожалению, все суды, которые были сначала выиграны со стороны муниципалитета, в конечном итоге Верховный суд отменил. Вы тоже об этом знаете. На территории 4-й школы то же самое. Земельный участок полностью возвращен, который был выведен, возвращен в лоно 4-й школы. Да, здесь в 16-м году, 16-й год земля была продана. Формируем сейчас полностью претензионную деятельность для того, чтобы обратиться в суд. Какой будет шанс принятия решения, положительного решения в сторону муниципалитета или в сторону соответствующего собственника, но этого уже принимать судье или судьям, те инстанции, к которым мы будем обращаться.